Здравствуйте, вы смотрите Курзамское телевидение, в эфире новости Венсполса, в студии Татьяна Саксаганская. В последний день февраля Венспилс с рабочим визитом посетила министр культуры Даци Мейлбарде. Программа дня предусматривала встречу с руководством города, но особый акцент визита ставился на встрече с педагогами Венспилсской музыкальной школы и родителями воспитанников этого учебного учреждения. С октября прошлого года в Венспилсской музыкальной школе начались перемены. По прогнозам, новый центр компетенции, как теперь будут называть Венспилсскую музыкальную школу, откроется через 4 года. Все эти годы уроки будут проходить во временных помещениях. Я как отец, дочки идут в музыкальную школу, то сказали, надо... Вы знаете ситуацию, какая сейчас реальная там в школе? Ну, могли закончить этот год. И потом уже решать вопросы, а не то, что как бы... В середине учебного года. Ну да. Ну, для нас, я думаю, как родителей, это очень неудобно. Будут строить новое здание вроде? Ну, я так особо не знаю до конца, но... Почему пришли на встречу с министром? Ну, сказали, обязательно надо быть. Как собрание родителей, да, почти. Да. И вас не волнует, как будет потом, когда будет в 5 зданиях учеба происходить? А будет в 5 зданиях? Я просто не в курсе. Значит, не будет в этом здании? В том числе. А, да? Ну, много новенького, да? Ну да, послушаем сейчас, узнаем. Министерство культуры покроет расходы Венспилсской музыкальной школы, связанные с переездом. Финансирование планируется взять из средств, предусмотренных на непредвиденные расходы. В будущем обещают построить новые помещения для школы на площади Лейлес, а преимуществом станет наличие концертного зала. Для того, чтобы получить европейское финансирование для строительства центра компетенции, у музыкальной школы должна быть особая специализация. В случае Венспилса это будут курсы света и звукооператоров, а также современной музыки. Педагогам обещают повышение зарплаты. Зданием Венспилсской музыкальной школы, находящимся в аварийном состоянии, управляет государственное агентство недвижимости. Мы в будущем видим музыкальную школу как Курзамский центр компетенции. И чтобы центр мог полноценно работать, необходимо подумать о соответствующей 21 веку инфраструктуре. Думаю, интересы Министерства культуры и Венспилсского самоуправления совпадают. Мы хотим видеть современную музыкальную школу с концертным залом, чтобы то, чему обучаются дети, было связано с реальной жизнью. Министр культуры прибыла в Венспилс вместе с представителями отдела культурного образования Латвийского национального центра культуры. Приятные эмоции визит в Венспилс доставил советнику премьер-министра, бывшему министру культуры Инту Далдерису. Венспилсская музыкальная школа – первое место работы Инта. Министр культуры призналась, что ее семье нравится бывать в Венспилсе. Я в последний раз была в Венспилсе вместе с семьей летом. Мы обошли все учреждения культуры. Музеи снизу доверху все изучили. Дом ремесел. У вас прекрасный Приморский парк, где можно чудно провести время с семьей. Хорошо оборудованный пляж. Конечно, детям нравится аквапарк. По окончании официального визита министр выделила время на встречу с членами Венспилсского отделения национального объединения, а также посетила Парвинскую библиотеку. Татьяна Саксаганская, Гонда Порница, Андрей Кулыгин, Курзамское телевидение. Сотрудники Венспилсского коммунального управления обследовали городские зеленые насаждения. Были помечены те деревья, которые необходимо привести в порядок. Сильные ветра, осадки и постоянно меняющиеся погодные условия отрицательно сказались на состоянии деревьев в городе. У многих обломаны ветви, некоторые заслонили фонарные столбы, есть и такие, которые создают угрозу для отдельных зданий и домов. Кроме того, определены больные и мертвые деревья. На площади Цирнову, в саду Рентия, в сквере по улице Кроня, на улице Пилс и в других местах. В конце февраля началось спиливание поврежденных и опасных ветвей, также ветвей у фонарей в разных местах города. Планируется привести в порядок кроны деревьев на площади Яунпилситас и на территории детского городка. Все работы планируется завершить к середине апреля. Венспилсский центр туристической информации приглашает на курсы венспилсских гидов, которые будут проходить с 14 марта по 27 апреля в помещениях отделения непрерывного образования Венспилсской высшей школы.
По окончании курса каждый участник получит сертификат Венспилсского гида. Действительный сертификат будет 3 года. Особенно на курсах ждут тех, кто владеет иностранными языками. Подать заявку можно в Центре туристической информации до 7 марта. Стоимость обучения – 35 евро. Вот уже 15 лет несет белорусскую культуру в массы общественная организация «Спадщина». На свой юбилей «Спадщина» пригласила всех, с кем все эти годы тесно сотрудничала, с кем сложились дружеские и деловые отношения. А празднование проходило по всем традициям – поздравительные речи, музыкальные номера и, конечно же, задувание свечей на юбилейном торте. 15-летний юбилей отметила Венспилсское белорусское общество «Спадщина». Эта организация – одна из самых активных, представляющих национальную культуру и объединяющая белорусскую диаспору Венспилса. Последние 10 лет «Спадщину» возглавляет Наталья Большакова. Под ее руководством организация расцвела. Сразу вообще не понимала, куда я попала и чем заниматься. Но поскольку я вот такая белорусская и когда-то преподавала в ГПТУ, у меня был такой энтузиазм. И почитала, посмотрела и решила заняться только культурой. Хорошие наладили связи с этнической родиной. Контакты наладились не только с этнической родиной. Дружеские отношения «Спадщина» умеет не только налаживать, но и поддерживать и укреплять. Венспилс и «Спадщина» несет в массы белорусскую культуру, а в Белоруссии прославляет Венспилс. Во время празднования Дней независимости Белорусской Республики Наталье Большаковой вручили медаль. За пропаганду белорусской культуры в Латвии. Это было отмечено, и в посольстве меня наградили. Это очень дает больше силы работать. Стимул. Да, мотивация, стимул к дальнейшей работе, чтобы белорусам не было стыдно за белорусов, которые проживают вне территории Белоруссии. На юбилей собрались друзья «Спадщины». Это и другие национальные общества Венспилса, и представители Венспилсского самоуправления, различных общественных организаций. Теплые отношения сложились у белорусского общества и с Венспилсским домом ремесел. Вот уже 5 лет эти организации сотрудничают. Проходили дни белорусской культуры, и в дом ремесел приехали ремесленники из Витебска, Новополоцка и фольклорные ансамбли. Было очень яркое мероприятие. Наше сотрудничество затем продолжилось. Они очень открыты, им нравится делиться своим национальным богатством. И нас радуют и их песни, и изделия их ремесленников. В результате такой дружбы возникают новые идеи для сотрудничества. Знакомство представителей Дома ремесел с белорусскими ремесленниками, возможно, перерастет еще одно крупное мероприятие. Я думаю, что мы вместе могли бы сделать фестиваль ремесленников разных национальностей. Не только латвийских и белорусских, но и украинских, и русских. Это было бы крупное мероприятие. В этом году в Венспилсе пройдет уже 10-й фестиваль белорусской культуры «От Лига до Купала». Так белорусы сохраняют свои традиции и знакомят нас со своей культурой. Не случайно «спадщина» переводится «наследие». Сохранение наследия, и особенно культурного, объединяет нас. У нашего общества, как и у «спадщины», тоже стоит задача сохранения наследия. О том, чтобы белорусские песни звучали в Венспилсе, заботится ансамбль белорусской песни «Журавинка». Редко какое мероприятие проходит без яркого выступления этого коллектива. В день юбилея «спадщина» принимала подарки и теплые поздравления. Гости на комплименты не скупились. Отличные. Шумные. Свои. Задурные, заводные. Ну, это есть, да. Открытые, добрые. Ну, такие задурные, как и мы. Наверное, лучше здравицы и белорусов у нас нет. Вы сами знаете, это самые такие веселые два ансамбля. Мы тоже хотим сказать белорусскому обществу «Зайгезунд», поднять за них лыхаем, сделать за них лыхаем. Лыхаем обязательно надо сделать. Мы их очень уважаем, уважаем за их активность. Любим просто так, а уважаем за их активность, за то, как они умеют здорово проводить свои мероприятия, за то, что они такие дружные. Хай им счастливы. Чтобы были богаты и здоровы, и счастливы. Венспилсский музей на ежегодное традиционное мероприятие пригласил маленьких пиратов и принцесс в путешествие по Индии. Для этого не надо было покупать дорогие билеты и собирать чемоданы. Надо было всего лишь прийти в замок Ливонского ордена и посетить различные мастерские.
В этом году детское мероприятие «День пиратов и принцесс» совпало с одним из самых популярных индийским праздником Холи, во время которого люди радуются приходу весны. Это самый красочный праздник, на который жители Индии приходят в белой одежде и осыпают друг друга натуральными цветными красками. Ну, я думаю, что уже венспилские родители с детьми уже всегда смотрят, когда весна или когда уже зима. Это два раза в год у нас мероприятие именно для семьи, праздник. И я думаю, что приход весны – это самое главное. Мероприятие не первый год уже идет, это уже, по-моему, пятый год. И первый год был, ну, это как бы праздник принцессы и пиратов, но в том смысле, что здесь приглашаются и мальчики, и девочки. И мы пытаемся как-то показать традиции других народов в этом празднике. Сегодня у нас в музее, сегодня в нашем замке встречаются и принцессы, и пираты. И тема сегодняшнего дня – Индия. В замке Ливонского ордена было буйство красок. Дети раскрашивали плакат с изображением слона, животного, символизирующего в Индии радость, изготавливали цветные украшения из бумаги, девочки раскрашивали лица яркими красками и делали цветные браслеты. Скажи, тебе понравилось здесь? Да. А что больше всего понравилось? Все. А что ты делала? Я делала браслет. А покажешь его? Да. Ой, какой красивый. В творческих мастерских изготавливали фигурки слонов из мыла, рисовали традиционные индийские узоры, вырезали маски и делали печатки с изображением коровы, священного животного в индийской культуре. Это такие древние печати, которые находили на берегах реки Инды. И их использовали где-то 5000 лет тому назад, да, где-то 3000 лет до рождения Христова были такая, там была развитая цивилизация, и уже там на печатях появлялись вот такие изображения коров. Как мы знаем, корова до сих пор священное животное в Индии. Ну и мы тут предлагаем вот такие слепки вот этих печатей делать. А еще тут такие, там из теста там такие, ну, узоры, ну, можно будет потом, если она не засохнет дома, микроволновую печь надо будет на 10 минут поставить, и потом может быть как бы как картина, только маленькая, и потом вот на ленточку можно повесить на стенку. Праздник проходил под индийскую музыку. Также атмосферу создавал хореографический ансамбль конфетти. Гости могли попробовать традиционный индийский фрукт – тамаринд и сладкий напиток с добавлением шафрана. Многие дети охотно мастерили свои собственные барабаны и подыгрывали учащимся венспилской музыкальной средней школы. Я был наверху на третьем этаже и сделал вот этот барабан. Здесь я нарисовал дом, машину с вывеской о скидке, чтобы кто-то купил ее. Здесь дорожка, а здесь большая гора, по которой течет река. Ты можешь нам сыграть что-нибудь? Да. По мнению Илвы Бунтики, педагога музея замка Ливонского ордена, прошедшее мероприятие – это отличная возможность для детей и родителей провести время вместе, а также расширить свой кругозор. Анита Колесникова, Андрей Кулыгин, Курзамское телевидение. Какой-то другой пасмурный день и говорит: ты знаешь, ты полная идиотка. Она говорит: была бы женой генерала, была бы генеральша. Обладатель двух золотых и одного платинового музыкальных альбомов. 9 марта. Венспилс. Дом театра Юра Сварты. 18.00. С новой программой для вас, дорогие женщины. Билеты в Билиш Сервис.
Венспилское городское самоуправление призывает жителей предлагать варианты девиза Венспилского международного фестиваля цветочных ковров. Тема этого года – гастрономия. Культура и традиции приема пищи, блюда, меню, специи, напитки и тому подобное. Тема выбрана не случайно. Гастрономический туризм является приоритетом 2014 года проекта «Эден» – выдающиеся туристические пункты назначения Европы, способствующего долгосрочному развитию туризма в Европейском Союзе. Варианты девизов принимаются до 10 марта. После этого организаторы выберут самый звучный и подходящий. Венспилский 14-й международный фестиваль цветочных ковров пройдет в рамках праздника города, который в этом году состоится с 1 по 3 августа. Цветочные ковры в этом году будут иметь форму прямоугольника 3 на 2 метра. Ранее жители уже давали фестивалю цветочных ковров звучные названия. В 2011 году «Цвету и пою для тебя», в 2012 – «Птицы», а прошлый год был посвящен 750-летнему юбилею порта. Международный фестиваль цветочных ковров Балтии ежегодно привлекает большое число участников и зрителей. В создании цветочных ковров принимают участие не только латвийские флористы, но и участники из-за границы. Работа над созданием ковров начинается в пятницу вечером, а на суд жюри и зрителей они передаются в субботу утром. Венспилсчане в прошедшее воскресенье простились с зимой, отметив народный праздник Масленица. Ежегодно праздник организует Венспилсская ассоциация национально-культурных обществ при поддержке Приморского музея и Венспилсской городской думы. Праздник Масленица длится неделю, а в последний день праздника, в прощенное воскресенье, венспилсчане по традиции собираются на территории Приморского музея, чтобы весело проводить зиму и встретить весну. На празднике можно было побывать в национальных двориках, отведать главный символ праздника – блины. Организаторы позаботились и о развлечениях. О традиционных, например, кто кого мешком с бревна столкнет первым или кто первым гвоздь забьет. Год нынешний олимпийский, вот и в Венспилсе прошла зимняя олимпиада, правда масленичная. Олимпиада включала в себя 5 национальных русских видов спорта. Победителям вручили призы и дипломы. Со сцены звучали задорные лирические песни в исполнении солистов и коллективов. С особым приветством выступил коллектив «Лайпа». Главное действо сожжения чучела масленицы доверили гостю из Риги, повелителю огня Алишу Уолкеру. Всего праздник посетили 2280 человек. Для некоторых мероприятие было омрачено низкой пропускной способностью билетных касс музея. Желающим присоединиться к веселью приходилось выстаивать огромные очереди. Кто-то попал на праздник только к финалу. По словам директора Приморского музея Андриса Дуденша, в этот день работали все 3 кассы, но быстрому обслуживанию мешали цены. При переводе стоимости билета с лата на евро сумма получилась не круглая, поэтому работа кассиров осложнялась тем, что надо было сдавать сдачу мелкими монетами. В ближайшее время музей планирует подать проект, согласно которому цены округлят, для чего нужно получить согласие Венспилсской городской думы. Со своей стороны директор посоветовал посетителям все-таки приходить немного заранее на мероприятие, чтобы не стоять потом в длинных очередях. С сегодняшнего дня у православных всего мира начался строгий пост, который продлится до Пасхи. Татьяна Саксаганская, Андрей Кулыгин, Курзамское телевидение. Клуб настольного тенниса в Венспилсе только создается, но его активисты уже принимали финал чемпионата Латвии. За медали и денежные призы боролись 48 латвийских спортсменов. Верх взяли опытные. Титулов абсолютных чемпионов удостоились Сандис Васильев и Антра Винерте. В конце прошедшей недели определились чемпионы Латвии 2014 года по настольному теннису. На предварительном этапе в турнире принимали участие 90 мужчин и 30 женщин. В финальную стадию, согласно регламенту, пробились 32 мужчины и 16 женщин. В этом году впервые финал чемпионата Латвии принимал Венспилс. Очень удачно у нас сложилось такое сотрудничество во время олимпиады юношеской прошлым летом. Были куплены столы, да, теперь здесь есть столы, и как бы мы очень надеемся, что в дальнейшем тоже сможем. У нас будет возможность проводить здесь свои соревнования. Настольный теннис в Латвии не относится к числу самых популярных видов спорта. Тем не менее, работают 33 клуба,
а ведущий спортсмен Матис Вурте сумел пробиться на Олимпиаду в Лондоне и есть перспективы на его участие в следующих Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро. В нашем виде спорта очень большая конкуренция, да, и со стороны азиатских спортсменов, да, которым в принципе, европейцам очень тяжело пробиться на мировом уровне. Да, очень много наших спортсменов играют в клубах, в Германии, в различных лигах, в Германии, в Швеции, в Норвегии. Так что, в общем-то, сейчас мы больше внимания уделяем молодым спортсменам и очень, очень хотим, чтобы молодое поколение тоже росло и показывало результаты. В финале чемпионата Латвии приняли участие двое венсполчан. Евгений Гмырак в драматичном поединке, проигравший за выход в 16 лучших, и 13-летняя Анна Маркова. Венсполс и клуб настольного тенниса пока в стадии формирования. В ближайшее время планируется его официально зарегистрировать. Уже набрана группа, играет 10 детей, из них 6 девочек, 4 мальчика. То есть есть результаты уже, ездим на соревнования. Перспективные дети есть, несколько человек, они уже себя показали. Им по 8-9 лет, занимаются они всего лишь полгода, но уже можно делать на них кое-какие ставки. На чемпионате этого года балом правили опытные спортсмены. Сандис Васильев стал обладателем титула абсолютного чемпиона Латвии, победив в индивидуальных соревнованиях паре с Олегом Картузовым и в смешанной паре с Антрой Линнерте. По правде говоря, я уже ветеран. Выиграл за счет большого опыта. Тренируюсь в Германии, это дает мне хорошие навыки в тактике и стратегии. Отсюда и результат. Конечно, я доволен результатами чемпионата. Не каждый год получаешь 3 золотые медали. Для моих 42 лет это неплохо. В конкуренции среди женщин ситуация аналогична. Антра Виннерте, помимо первого места в смешанной паре, взяла золото в индивидуальном зачете и в паре с Ольгой Картузовой. Антра до этого не раз была чемпионкой Латвии, но титул абсолютной чемпионки завоевала впервые. Не скажу, что мне было очень трудно. Сделала все, что могла. Своей игрой я не до конца довольна, но результат – это самое важное, и он меня удовлетворяет. Спасибо Венсполсу. Венсполс всегда оставляет хорошие впечатления. В прошлом году я здесь отвечал за соревнования по настольному теннису на молодежной олимпиаде. Венсполс всегда приятно приезжать. Юлия Костенко, Марик Сумлен и Курзумское телевидение. Зимняя Олимпиада в Сочи – уже история. Страсти улеглись, спортсмены вернулись домой. Прошедшую субботу перед баскетбольным матчем турнира Балтийской баскетбольной лиги между ПК «Венсполс» и «Лейткабель» мэр Венсполса Айвер Лемберг вручил приз саночнику Мартиншу Рубинесу, завоевавшему бронзовую медаль Олимпийских игр в командной эстафете. Я выражаю огромную благодарность людям, которые все эти годы были со мной, поддерживали меня, помогали в тот момент, когда казалось, что идти дальше некуда, собраться силами и продолжать свой путь вперед. Мартин Шрубинес в Сочи отметился не только призовым местом в командных соревнованиях, но и занял 10-е место в индивидуальных стартах. По завершении соревнований спортсмен заявил о своем уходе из большого спорта. Сейчас я открыт для совершенно новых дел. Хочу посмотреть, что я еще хорошего могу сделать для этого мира. Это не конец. Это завершение одного этапа для того, чтобы освободить место для чего-то лучшего. Во время перерыва баскетбольного матча Мартин Шрубинес пообщался с болельщиками. Желающие могли сфотографироваться с призером Олимпийских игр и получить автограф. На Олимпиаде в Сочи честь Венсполса, кроме Мартина Шрубинеса, отстаивали также Роберто Пути, Харал Силов и наставник бобслейного экипажа четверки, завоевавшего серебро, Сандис Прусис. Юлия Костенко, Гита Мартинсон и Марик Сумлен, Курзумское телевидение. В первый день весны БК «Венсполс» на своей площадке провел матч 1/8 финала турнира Балтийской баскетбольной лиги против «Лейткабеля» из Паневежиса. В первом матче на выезде литовские баскетболисты взяли верх с перевесом всего в 1 очко. На субботнюю игру в составе БК «Венсполс» впервые был заявлен американский легионер Вилли Кэмп, появившийся на площадке в концовке первой четверти. Кэмп отметился 3 очками и оставил о себе неплохое впечатление.
Начало матча обе команды провели на равных, что наглядно демонстрировал результат на табло к исходу первой десятиминутки – 22-22. Во второй четверти венспилчане усилили игру в обороне. Гости часто нарушали правила и неточно пасовали. Мяч нередко уходил в аут. Целых 4 минуты литовские баскетболисты не могли забить, а венспилчане, в свою очередь, действовали результативно. На большой перерыв команды отправились при счете 41-33. БК «Венспилс» впереди. В начале второго тайма тремя результативными трехочковыми бросками отметился Сандес Валтерс. Начатое им продолжили Тима и Вайракс. В итоге перед завершающим отрезком матча плюс 14 в пользу БК «Венспилс» 61-47. В концовке матча хозяева площадки постепенно нарастили преимущество до 20 очков. И последние минуты встречи превратились в простую формальность. Конечный результат 84-55. И по сумме двух матчей у БК «Венспилс» плюс 28 очков. Янис, Тима и Сандес Валтерс, записавшие на свой счет по 13 очков, были признаны самыми результативными в составе БК «Венспилс» в этом матче. 12 очков сумел набрать Лоренцо Вильямс. БК «Венспилс» вышел в четвертьфинал турнира Балтийской баскетбольной лиги, где ему предстоит сыграть с еще одним литовским клубом, командой из Шауляя, принципиальными соперниками. В среду 5 марта в 18:30 на порталах www.venspils.lv, www.ventasbals.lv, а также на информационном канале сети кабельного телевидения «Скатвис» на вопросы горожан ответят первый заместитель председателя Венспилской городской думы по вопросам инфраструктуры Янис Витулинч, заведующий управлением образования Алдис Славинскис и председатель комиссии по вопросам культуры Илзе Бунти. Тема беседы – бюджет Венспилского самоуправления на 2014 год. Вопросы можно задавать на городском портале Венспилс.лв, присылать на адрес электронной почты kurzamstv@inbox.lv. А также можно задавать их, позвонив по телефону 636-01-183 в рабочие дни с 8 утра до 12 дня и с часу дня до 5 часов вечера. Позвонить в студию можно будет и во время эфира. Его любили и ненавидели, предавали и проклинали. Ему завидовали, им восхищались. Самый страстный обольститель 18 века – Джакомо Казанова. Гастроли до Аугавпилсского театра в Венспилсе в театральном доме Юра Сварты 19 марта в 19:00. Танцевальный спектакль «Казанова, Генриетта, Венеция». «Тысяча и одно объяснение в любви». Хореограф Ирина Савельева. Билеты в кассе Юра Сварты и на интернет-портале bilishuservice.lv. Сереннисимо. Карнавал, который никогда не кончается. Это все новости на сегодня. Я с вами прощаюсь. До новых встреч. И не забудьте посмотреть рекламу и прогноз погоды. Какой-то другой пасмурный день. И говорит, ты знаешь... Ты полная идиотка. Она говорит, была бы женой генерала, была бы генеральшей. Вот только не лезь, вот только не лезь, звезде. Обладатель двух золотых и одного платинового музыкальных альбомов. 9 марта. Венспилс. Дом театра Юра Сварты. 18:00. С новой программой для вас, дорогие женщины. Билеты в Билишу Сервис.